если честно признаться, то это было даже пострашнее, чем приходилось испытывать в Афганистане. Хотя и в Афганистане попадал и под минометные обстрелы, и под артиллерийские. Я никогда не думал, что война придет в мой дом, мой родной город. И не столько было, будем так, не столько опасался за свою жизнь, сколько за жизнь родных, близких, вообще всех жителей города. Конечно, это вызывало, будем так говорить, не самые лучшие чувства человеческие. Но я считаю, что в тот момент они были у каждого защитника города, у каждого жителя города. Ненависть к врагу. Ненависть к тем, кто пришел отобрать жизни близких тебе людей. И вообще жизнь, человеческая жизнь. Никогда не забуду, когда в Тирасполе хоронили неизвестных ребят. Много же было, не было установлено имен. Очень было жалко, что вот мы хоронили ребят, мы не знали, кого мы хоронили. Потом приходилось сделать эксгумацию и восстанавливать это. Потому что рефрижераторы были заполнены. Это жутко. Это тяжело.